В научной библиотеке Казанского университета прошли съемки документального фильма «Светитель» с участием народного артиста России Дмитрия Певцова. Подробности далее. Тишину библиотеки имени Лобачевского нарушают монолог актера и шум съемочной аппаратуры. Полки со старинными книгами стали отличной декорацией для погружения в события смутного времени. Мы снимаем трилогию фильмов, связанных, история которых связана с Казанской иконой Божьей Матери. Два фильма уже сняты, и вот сейчас мы снимаем завершающий фильм. Трилогии про патриарха Гермогена. Это наш выдающийся деятель российской истории, в общем-то, можно сказать, герой 1612 года, человек, который вдохновлял ополчение Минина и Пожарского. Народный артист России Дмитрий Певцов, принявший участие в съемках, прокомментировал посыл документального фильма. Знание своей истории – это сила. И это понимание уникальности нашей страны, куда мы движемся, откуда мы и вообще ради чего жить нужно, собственно говоря. Специально для съемочной бригады научные сотрудники библиотеки подобрали более 20 изданий, отражающих жизнь Гермогена в Казани. По словам режиссера, картина выйдет летом этого года. Ариадна Кугушева, Камиль Шеймарданов, Фарид Захитаглы, Универньюз.